Спасибо, что помог. Да не за что. Но у меня только один вопрос. Почему ты именно меня попросила? Когда оно вырастет, я тебя на нем повешу. Здарова, братаны, вы на канале DevPlay, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить Вечного, так что погнали. С этим сложно поспорить. Я никогда не встречал настолько добрых и отзывчивых людей, особенно девушек. Ты прославил вроде бы. Да, прославил. Давай. Просто у тебя нет вкуса. Ну конечно. Фыркнул Иерихон. Иначе бы тебя сюда не послали. Не сослали. Я искоса посмотрел на него и улыбнулся, на что он забурчал. Но ты прав. Славя ангел во плоти. Жду не дождусь второго пришествия Христа. Тогда мы все узрим, как Славя на белоснежных крыльях вздымается к небесам. Ёб твою мать, красотища какая! А что твои эксперименты с лагерем? На этом мои полномочия все. Мне уже надоело. Ой. Остатки моего сознания все еще хотели добиться непонятно чего. Я много дней провел за экспериментами, но так ничего и не получил в итоге. Отвратно смотреть на того, кто находится по ту сторону зеркала. Не покидая чувство страха перед неизвестностью. Пустая улыбка, вызванная непонятно чем, не думала сходить с моего бледного лица. Я пугаюсь любого обращения ко мне. Руки и голова дергаются, словно бьют плетьями. Зловещий день, когда Шурик решается пойти в шахту в поисках деталей. Он стал для кибернетика последним. Вместо деталей его встретил сумасшедший ученый, выходец кровавых экспериментов Савёнка. Кто здесь? Выходи! Некоторое время я над ним издевался, шепча неразборчивые слова. Бедняга думал, что у него бред. Голоса! Голоса! А ведь когда я впервые пошел его искать, он твердил то же самое. Наверное, издевки пионера. Однако я нахожу это забавным. Свист арматуры, голова словно подгнивший арбуз взрывается и наружу выходит красная мякоть. Дабы усилить действие концентрата под названием Шурик, я решил его ввести в сердце подопытного. Я поднялся наружу вместе с его изуродованным трупом. Я недолго над ним издевался, поэтому в лагере до сих пор стоял день. Словно нашкодивший первоклашка, я наблюдал за обитателями, которые занимали себя разными делами. Мой выход! Я выхожу из-за деревьев и несу обезглавленного не самым удачным образом Шурика. Да слегка так прихуели, а? Надо только было видеть их лица. Еле сдержался, чтобы не засмеяться на всю площадь. И чего только не пережили эти пионеры, вожатые и медсестры, но каждый раз они так натурально удивляются. Но слезы Ольги Дмитриевны меня добили, и я начал хохотать. Я бросил Шурика к ее ногам и сказал, что буду ждать у старого лагеря. Вдруг они захотят вызвать милицию, полицию, армию, ФБР или... штафель с самим Гиммлером на розовом пони. Конечно же, никто не пришел. Но я смирился с провалами. Эксперименты проходили на последние попытки удержать в руке растаявшее мороженое. А, походили. Я решил не допинывать труп моего гнилого разума и раз и навсегда поставить точку в экспериментах. Но как же я удивился, когда в следующем цикле Шурик не появился. Шурик? А это кто? Не было у нас такого пионера, вроде бы. Понятия не имею, о ком ты, если честно. Был
был бы у нас очкарик, я бы его точно заметила. Не, впервые слышу. Я тут всегда один был. Тогда эксперимент повторяется. Я заманил электроника в старый лагерь. Он не такой рвущийся вперед камикадзе, так что пришлось долго уговаривать. Но операция по ликвидации Сараешкина прошла успешно. Некоторое время Иерихон поддевал меня и называл меня начальником мертвой головы. Блять, это толсто, но смешно. Я был поражен его знанием истории. У него всегда были в запасе интересные факты. Он был моей ходячей Википедией. Теперь электроник и Шурик поменялись местами. На этот раз никто никогда не слышал о Сараешкине. Даже тут чертово колесо. Забываю все время спросить. А что с тем деревом? Которое мы с Ульяной посадили? Да. Стоит до сих пор. Никуда не исчезло. Значит, ты был прав. Был. Эй, постой! Чего тебе? Не хочешь помочь мне? Ты правда думаешь, что я хочу? Ну, пожалуйста! Ульяна мгновенно смутилась и понизила голос. Я знал, что она играет со мной, но я все равно не был занят. Ну и чего тебе? Дерево хочу посадить! Она сразу же расцвела. Какое? Вишню. Хочу, чтобы когда я приезжала, то можно было покушать вишню. Она же кислая. А ты весьма, блядь... умён, чувак! Я скривился. Рожа твоя кислая, а вишня самое то для растущего организма. Она все равно не вырастет так быстро. Ради меня вырастет. Я сейчас еще больше с ума сойду от ее бреда. Ладно, давай. Я тоже не прочь поесть вишню. Может, она за все это время вырастет? Мне все равно не выбраться. Через огромное количество времени полевой работы и пустой болтовни дерево было посажено. Огромное количество, там, блять, ебаную яму вырыть. Там максимум полчаса, ну час времени. Ольга Дмитриевна впервые похвалила Ульяну. Все-таки хорошо, что происходят новые события. Спасибо и на этом, иначе было бы совсем худо. Может, мне вообще не стоит жаловаться? Ульяна стояла и не отводила взгляд от деревца. Зачаровываешь его? Заклинаешь на быстрый рост? Да. Надеюсь, дождешься своей вишни. Я собрался уходить. Да погоди ты! Она дернула меня за руку. Куда ты все время уходишь? Созерцать вечное. Зануда. Спасибо, что помог. Да не за что. Но у меня только один вопрос. Почему ты именно меня попросила? Просто... Когда оно вырастет, я тебя на нем повешу! Честное слово, я уже свыкся с этим всем. Я наблюдал за галлюцинациями, как за страшным кино. Но я не мог чего-либо сказать. Как-то шевельнуться меня постоянно сковывало. Я хотел побыстрее избавиться от этого зрелища, и бездействие — самый быстрый вариант избавиться от него. Когда, как в реальном времени, пионерка что-то мне говорит, может, кричит. А я смотрю вперед, стараясь не придавать значения тому, что происходит впереди. Пытаюсь терпеть кошмарные звуки и жуткие картины. Эй, ты меня слышишь? Кажется, прошло. Да, не за что, я пошел. Чё? Странно, но так называемые приступы рядом с Иерихоном не происходили. Но пару раз он наблюдал издалека и говорил, что я похож на загипнотизированного.
будто увидел воплощение смерти. Я был приятно удивлен, когда увидел, что дерево оставалось и на следующие циклы. Видимо, я был прав. Если ты добавляешь в лагерь что-то без вреда, оно остается. Я каждый день приходил и смотрел на него. На некоторое время я даже позабыл о своем бессмертии и желании испытать разные виды агонии. Иногда приятно сесть на скамейку под солнышком и смотреть назад. А мимо течет жизнь. Ван Лена, мирно сидящая напротив и читающая книгу. Там Славя подметает и наблюдает за бабочками белого, синего и красного цветов. Мику идет и напевает новую песню, которая вечером подберет мелодию. Ванулька снова свистнула у Шурика проволоку, и он гоняется за ней кругами. Ни разу не догнал, и никогда не догонит. Да никто не догонит. В какой-то степени электроник более разумный парень. Он знает, что не сможет нагнать Улю, поэтому просто наблюдает за этим цирком со стороны. Поблизости слышны выкрики Ольги Дмитриевны. Отчитывает Алиса за проделки. Что она уже успела наделать? И самое главное, как об этом узнала Ольга? Все самобытное, привычное. Но один щелчок... Какие няшки. И это превращается в путешествие Данте в ад. Все круги смешались в один сплошной поток хаоса. Ураган без человечности в чуму, сеющую смерть. Тут и не крещенные младенцы, и не христиане. Все они томятся в пустоте, обреченные на вечную скорбь. Блудники и любовники, которых истязает буря неподвластных эмоций. В том уголке обжоры, гниющие под солнцем и ледяным дождем. Чуть дальше вечные спорящие расточители. За ними гневные и безответные лентяи, утопающие по горло в стиксовом болоте. Пытаются содрать кожу друг с другом. Чуть-чуть вправо, и вы увидите лжеучителей, которым суждено гореть в раскаленных могилах. И вот ближе ко мне, насильники и убийцы кипят в кровавой реке. Самоубийцы, которых терзают гарпии, и богохульники ревут в пустыне под огненным дождем. Обольстители и колдуны ожидают своего обучения гадами, заточение в свинцовые мантии, потрошение и бичевание бесами и погружение в зловонные испражнения. И как финал, предатели, обреченные на вечные терзания в ледяном озере. А я, как всегда, наблюдаю за происходящим ужасом. Но какой из меня Харон? Какой из меня Цербер, Плутос, Флегий или Гирион? Я не выгляжу как Минотавр или Гигант. Я обычный смертный. И кажется, я попал в ад, у входа которого горит надпись «Души, не творившие при жизни ни добра, ни зла, которые были и не дьяволом, и не богом». И не с дьяволом, и не с богом. У тебя кровь из носа течет. Блять. Держи. Он протянул мне салфетку. Благодарю. Перестань думать о прошлом. Я пытаюсь, но... Понимаешь, я ведь... Я разбивался насмерть слеп. Превращал себя в лужу мяса и крови. Я отрезал себе голову. Перестань, я сказал! И Иерихон впервые за огромное количество времени повысил голос. «Отпусти это! Давай просто насладимся тем, что осталось! Потерпи немного!» «Правильно, что меня лишили бессмертия». «Наверное. Тому, кто рожден смертным, жить вечно не положено». «Еще скажи, что мертвые не живут». «Что угодно сделаю, лишь бы тебя побесить». Его снова начал одолевать кашель. Тише ты, а то девочки услышат. Я не контролирую это. Прохрипел Иерихон, пытаясь сдерживаться изо всех сил.
Чем больше времени я проводил с Иерихоном, тем реже я видел Юлю. Иногда мне становилось немного стыдно. Надо бы проведать ее. Но сначала... Шурик, электроник, день добрый. Будущие ученые синхронно кивнули и расплылись в улыбке. Принес? Шурик был слегка взволнован. Как я и обещал. Я положил сумку с разными деталями на стол. С ума сойти! Они потянули руки к сумке, и я шлепнул по ним. Погодите. Я вытащил из сумки нож и протянул электронику, так как он из них двоих более рассеянный. Подержи. Ты... это ты тоже нашел? Ага. Я встал вплотную к электронику и взял его за руку, в которой он держал нож. Ты чего? Растяпа. С помощью его руки я воткнул нож себе в горло. Сначала тишина, затем крик, страх и испуг. Вокруг началась суета. Но мне это лицезреть дано несколько секунд, ведь я знал, куда бил. Автобус. В начале салона стоит Иерихон и застегивает штаны. Ты хоть предупреждай, когда перезапускаешь циклы. Он опомнился. А как ты его? Меня убил электроник. Что? Как? Кто не понял каламбур, стены Иерихона рухнули до основания. Спасибо за внимание. Иерихон чуть не рухнул. Ладно. Это очень высокоинтеллектуальный юмор. Я хотел проверить, что будет, если меня убьет кто-то из жителей. В дверь автобуса постучали. На улице Юля. Что произошло? Она трясла за плечи Иерихона. Да чего ты вцепилась? Больно же! Извини. За ним вышел и я. Юля, привет. В смысле, привет? Она выглядела до смерти напуганной. Ты же не думала, что я совсем умер? Нет, что ты? Иерихон уходил в бок мелкими шажками, пока не скрылся за воротами. Как ты узнала? Мне стало очень больно вот здесь. Юля приложила руку к груди. Такое чувство, будто сердце сдавливает и тяжело дышать. Руки задрожали. Что со мной? Почему я так волнуюсь? Она же ничего плохого мне не сделала. Зачем я это делаю? Мне кажется, я люблю тебя, вечный Семён, кем бы ты ни был, я люблю тебя. Хлынул дождь, и мы одновременно подняли головы. Она меня любит. Я обнял ее и старался прикрыть от дождя. Она ведь любит меня. Мне надо решать. Но смогу ли я это сделать? Прошу, перестань себя мучить. Хорошо. Через несколько минут ответил я. Серьезно? Да. Это ни к чему не приводит. Все равно все остается на своих местах. Юля улыбнулась и, поцеловав, захватила в свои объятия. Из-за ворот за нами наблюдал Иерихон и улыбался. Сейчас он тоже смотрит на меня и улыбается. Говорит что-то, но я не слышу. Он ждет от меня решительных действий. Но я не знаю, смогу ли. А ведь только начало казаться, что все встало на свои места. Мы втроем сидели в столовой и пили кефир. Все-таки хорошо, что нет ничего, над чем можно было бы экспериментировать. Это точно. Улыбнулся Иерихон, уминая булочку за обе щеки. Юля странно поглядывала то на меня, то на него. Она будто не решалась спросить.
Оно и понятно. Сидят два абсолютно идентичных человека. Хотя она и не такое видела. Думаю, заняться чем-нибудь полезным. Может, восстановить пропавшие книги? Что думаешь, Юль? А вот что думает Юлька, мы узнаем уже в следующий раз. Ну а сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.